Международный день защиты детей, который отмечался 1 июня, десятки мальчишек и девчонок Твери и области получили в подарок мягкие игрушки. Совместную акцию «Солнце добра» запустили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и Тверской клуб «Мы вместе». Во вторник первая партия подарков была передана детской областной клинической больнице. Большой пакет мягких игрушек принимала руководитель медицинского учреждения Анна Зайцева. Как рассказала заведующая ДОКБ, игрушки будут подарены детям, которые пришли на амбулаторный прием к онкологу и гематологу в областной консультативный диагностический центр. Отметим, что акция «Солнце добра» будет продолжаться на протяжении всего месяца. В ее рамках около 150 мягких игрушек поступит в десятки медицинских учреждений Верхневолжья. Адресная поддержка будет, и подарки будут оказаны детям, которые сейчас проходят лечение, находятся в такой вот непростой ситуации. Детям вообще с особенностями здоровья, с инвалидностью, с задержкой психического развития, которые у нас в специализированных учреждениях. И детям, которые находятся в детских домах. Ну вот в частности, сейчас мы акцент делаем на домах, где дети маленькие совсем. Это дом маленький. Малютки. И там им будут не только мягкие игрушки, но еще и бассейны, сухие бассейны, где могут малыши играть.